Ну что, друзьяшки, всех приветствую, с вами я, Жабка, и, конечно же, мои подписчики. Ну и сегодня мы с ними попали в тюрьму. И это, конечно же, в игрушке под названием Roblox. Всем привет! Ну и на самом деле это симулятор скорости. Наша сегодняшняя задача — постараться убежать из этой тюрьмы, купить различных петов, ну и, конечно же, максимально прокачаться. Ну что, раз, два, три, побежали. С каждым этапом нам будут давать короны, за которые, естественно, мы сможем купить петов. Ух ты, а что? Я только начал, уже такая скорость. Побежали, пацаны, побежали. Интересно, смогу за одну попыточку добежать до 300 или 400? Не знаю, друзьяшки, давайте посмотрим. У меня уже 2000 скорости, ничего себе. Подписчики, у вас там как дела? Все нормально. Какая скорость у тебя? 2700. Ой-ой-ой-ой, а что ты такой быстрый? Накликал, что ли? Нет, я купил кучу петов. А, ты уже петов покупал, понятно. И давайте хотя бы до соточки добежим. Бежим, 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 бежим. Жабка, преступник, убегает из особо опасной тюрьмы. Давай, 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 беги, 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 беги. Не, я думал, добегу там хотя бы до 300, но, к сожалению, нет. Только вот соточку добегаю. Хотя внизу показано то, что якобы я на 200-м уже уровне. 8, 7, 6, 5. Все, друзьяшки. До 120-го не добегу, к сожалению. Пыдыщ! У меня есть почти 1500 кубков, поэтому давайте возьмем одного пета. Кто же там будет? Ничего себе, новый питомец, обычный. О, нужно кликать еще. Что? Буквально за секунду до 40-го уже добежал. Так, уже кого-то обгоняю. Хрусталева обгоняем. Отличненько. И меня он обогнал. Блин, или это укропчик был? Не увидел, друзьяшки, не увидел. Скорее всего, это был укропчик. Я тут бегу уже примерно около 100-й двери. А, подожди, я с тобой, получается, бегу уже. 105-я, 106-я, 107-я. Короны буквально очень-очень быстро летят. И можно такими темпами столько петов купить. Все будут завидовать. Но сегодня мы с вами точно сбежим из этой тюрьмы. Постараемся хотя бы сделать это. Так, с минута. За минуту можно добежать, я думаю, до 400, наверное. С такой скоростью. Еще радует то, что с каждым этапом скорости становится все больше и больше. Уже почти 6000. Давайте бежим, 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 бежим. А выигрыши, кстати, у меня почему-то больше, чем у укропчика. Хотя скорости у него на 1000 больше. Странненько. А, нет, вот, обогнал меня. 650 этап. Друзьяшки, отлично. Бежим, бежим, давай, 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 давай. Хотя бы до 160-го должен добежать. Фух. Все, челлендж я выполнил, личный. Предлагаю еще одного пета мне купить за 1000. Кто же мне выпадет? Эпический, вау, эпический пет. Еще одного тогда возьмем. Ну и редкий мне еще попался. Погодите, я же их даже и не одевал. Ёшкин матрешки, пацаны. Как же так? Все, всех вроде как одел, да. Скорость 9000. Почти 9000 скорости, полетели! Уху! Не, ну скорость, конечно, вообще дикая. 9500, почти 10000. А почему Тейлз выше меня в топе? Интересненько, ну ладно, побежали, побежали. Уже за секунду 115. Не, ну это, конечно, вообще дико. Мне интересно, а мы будем вырываться на второй круг или 1000 это конец? Ну, надеюсь, хотя бы добежим, посмотрим. Прошло всего лишь 30 секунд, а я уже на 500-м уровне. Ничего себе, побежали! 650-е. Кто-то даже уже 1000 перебегает. 162, 163. Я даже уже не замечаю, как я бегу. Чисто левитирую. И если смотреть вот с такого вот ракурса, даже непонятно, бегу я вперед или назад. Обман зрения начинается. 30 секунд и 1000 должен пробежать. Давайте, давайте, 179, 180... И что же нас дальше будет ждать? Давай, давай, Жабенский, беги! У нас, кстати, еще есть усиление от друзей, поэтому замечательно. О, нас перекинуло дальше на какой-то другой этап, что ли? Или заново гоночка начинается? Это второй круг. А, я понял. А скорости все больше и больше становится. Я все забываю про скорость. Уже почти 11000. Ёшки-матрешки.
Можно даже себе еще одного пета позволить, уже за 2500. Эпический? Отлично, еще одного давайте купим. Обычный? Не, обычный это такой себе. Ну и еще за 1000 куплю. Давай эпический, эпический! Редкий. Эх, ну ладно, питомцы, и давайте самых лучших с вами оденем. Плюс 25 тысяч скорости, чего? И в итоге наша скорость почти 28 тысяч! Всех обгоняю, друзьяшки, буквально почти всех обгоняю. Полетели! На первое место! Подписчики, как у вас там дела? У меня скорость почти 30 тысяч. Хотя меня кто-то обгоняет, какой-то чувачок. Это, видимо, не мой подписчик. Ну ладно, побежали. Буквально за 30 секунд весь круг пробежал. Ничего себе, моя скорость увеличивается! Вау, ты такой крутой! Да, дружище, крутой-крутой. Даже уже городосика обгоняю с его первым кругом. Побежали, давайте, мчим! Я даже не знаю, куда мне эти короны девать. Их слишком много, их очень много. 14 тысяч корон, почти что. А, хотя я знаю, что можно сделать. Можно активировать перерождение и отправиться в какой-то лес. Там в начале этапчика у нас был какой-то лес, и если активировать перерождение, то можно отправиться на следующий этап, скорее всего. Перерождение. Все, могу себе позволить. Да, все, сбрасываем и отправляемся в какой-то люк. Друзьяшки, отправляемся в какой-то люк. Так, входим. И что же нас тут будет ожидать? Ух ты, сколько тут игроков. Ну и петы тут немножко подороже. По 80 тысяч? А что так дорого-то? Не ожидал, не ожидал. Ладненько, хорошо, друзьяшки. Сейчас мы с вами пробежим и немножечко поднакопим наши денежки. О, я, кстати, только заметил то, что на этом этапе дается по 200 корон. Поэтому будет довольно-таки легко накопить. За один кружок мне дали 157 тысяч корон. Открываем наше яичко. Кто же нам выпадет? Обычная узница какая-то. Ладно, давайте ее оденем. Она получше же будет? О, да, действительно, получше. Плюс 10 тысяч к статам. И еще один прыжочек, по-моему. Или что она дает? Что это за сапожка такая? Походу, плюс скорость, насколько я понимаю. Ну, скорее всего, да. Ну и как мы сейчас будем бежать, давайте взглянем. У нас скорости почти 50 тысяч. Короны прямо очень быстро летят. Побежали, побежали, побежали. Сколько тут получится у нас поднакопить? Давайте взглянем. Мне сказали то, что можно открыть какой-то сундук, поэтому давайте, друзьяшки, его откроем. Что же нам выпадет? Ух ты, короны, короны, только их мало, очень мало. И, думаю, можно еще одно перерождение сделать. Берем, соглашаемся. И все, что ли? Ну ладно, немножко скорости мы потеряли, но это обязательно окупится. Ну что, за один кружочек у нас 180 тысяч кубочков. Открываем еще одного пета. Кто же нам выпадет? Давай редкий. Эпический! Вообще изумительно. А, кстати, еще одного могу купить. Давай, 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 легендарный. Пожалуйста, редкий. Ну ладно, хорошо. Самых лучших одеваем, и сколько наша стата будет? Стата 71 тысяча. Кликаем, друзьяшки, кликаем. Вау, 75 тысяч скорости. Побежали, 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 побежали. Вот я же говорил, то, что перерождение обязательно окупится. Поэтому побежали. Сейчас мы всех будем обгонять, скорее всего, хотя не уверен. А, да, слушайте, у меня скорости больше, чем у подписчиков. У Хрусталёва 66 тысяч, а у меня 76 почти тысяч. Вот видишь, дружище, как перерождение хорошо работает. Я тоже перерождение купил. А, вижу, вижу, да. Тоже циферка 2. Поэтому побежали, ребята, еще немножечко поднакопим этих корон. Без записи только что немножко побегал, и мне выпал легендарный или какой эпический, вроде эпический, вот такой вот персонаж. Он дает 20 тысяч бега, ничего себе. Так, я же того одел. Да, я одел того, и в итоге у меня скорость 100 тысяч! Ничего себе! Ну и как же, друзьяшки, я полечу, давайте взглянем. Дополнительные короны мы берем. Отлично, уже 70 тысяч корон. Буквально за секунду. Не, ну скорость у меня вообще очень-очень бешеная. Сейчас мы их Хрусталёва догоним. Потому что по выигрышам почему-то он меня обгоняет. А вот по скорости нет. Хе-хе. Эх, буквально не хватает немножечко, да, яичка за 500 тысяч.
А здесь можно куда-нибудь дальше убежать или нет? Мафиозный город! Перерождение 5 штук! Чего? Не, мы пока что такого себе позволить, к сожалению, не можем. Но можем купить еще одно яичко. И выпадает нам обычный. Ну, он хотя бы чуть-чуть получше должен быть. И? Ну да, немножечко получше. Побежали, побежали, еще поднакопим корон. Я вот думаю, либо яичко за 500 тысяч купить, либо перерождение. Ладно, давайте яичко возьмем. И давай-давай, мощный какой-нибудь пет выпади. Редкий узник какой-то выпал. Экипируем его, и сколько он нам даст? Чего? 45 тысяч скорости, ничего себе! Ну и накликал дополнительно себе 2000 скорости. Ну все, друзьяшки, это будет точно миллиончик. Ну, либо еще одно перерождение. Ну что, настал момент. Мафиозный город. И куда же нас закинет? Ого, ничего себе. Как территория поменялась. Изумительно. Сколько, интересно, тут яички стоят? 2 миллиона, 5 миллионов и 20. За один побег мне дали 5 миллионов кубков. Открываем персонажа. И кто же мне выпадет? Эпический. Ой, скорость будет вообще тогда безумная, друзьяшки. Так, 350 тысяч и... 456 тысяч! Чего? А что так много-то? Ну, сейчас взглянем, насколько быстро я буду проходить. Ничего себе, друзьяшки, взгляните, насколько быстро я прохожу этот побег. Буквально за 2 секунды. Ничего себе! Но мы, друзьяшки, почему-то все равно не можем отсюда сбежать. Ну, в целом, да, друзьяшки, вот такой вот выпуск сегодня у нас с вами получился. Поиграли мы с вами в симулятор скорости. Ну или же в Prize and Run. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, пишите ваши топовые комментарии. Ну а с вами был я, Жабка, и, конечно же, мои подписчики. Всем удачи и, конечно же, пока-пока.